Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего YouTube-канала. У нас сегодня посылочка. Сейчас ее вместе с вами посмотрим, что же у нас там пришло. Честно говоря, даже не представляю, что же нам там. Ну, как бы, представляю, что должно прийти. Надеюсь, пришло то, что я очень давно хотел купить себе в коллекцию. Вот, купила по нормальной цене. Вот. Сейчас откроем. Вместе с вами посмотрим, что у нас здесь пришло. Упаковка, конечно, отличная. Вот. Как говорится, приколупаться нечем. Первый раз мне такой приходит. Вот. Здесь у нас монетка. Вот юбилейная, да, юбилейная советская монета. Так, и у нас здесь 70 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Вот, в народе так называемая шайба. Одна из дорогих монет юбилейных СССР 1987 года. Вот. Купил ее за 500 гривен. Вот. Сейчас ее посмотрим. Каталоги, они где-то доходят до 700. Обычная стандартная цена 650, 700, 750 гривен в зависимости от качества монетки. В принципе, этой монетки качество отличное. Вот. Никаких, как говорится, изъянов, никаких по ней вот рублей. Итак, у нас тут перерывчик получился, извиняюсь. Так, в народе называемая шайба. Вот, часто ее подделывают, так как ценник на нее дорогой. Вот. Сейчас мы посмотрим. Ну, самая дорогая, конечно, с юбилейных монет СССР, это у нас Олимпийские игры Барселоны 92 года. Одни из самых дорогих. Вот. Тоже очень много подделывают. Хочу глянуть по каталогу по этой монетке. Что-то я не могу найти. Вот. И про нее рассказать. Вот. Каждый коллекционер ее желает себе в коллекцию. Ценник, повторюсь, не дешевый. Вот. Вот. По каталогу цена в рублях 1750 рублей. Вот. Монета 87 года. 70 лет октября. Ну, это мы уже знаем. Шайба 5 рублей. Народе называемая. Вот. Тираж у нее, конечно, 1 500 000 штук. Вот. Материал мидь, никель, цинк. Вес 29 грамм, диаметр 39, толщина 3,1. Вот, надпись 5 рублей. Пока что-то не хочет фокусироваться. Звездочка 5 рублей, надпись вот. И ценник у нас 1750 русских рублях. Сейчас мы ее взвешим. Вот. В принципе, в норме. То есть у нас вес по 29 грамм. Норма у нас 28,61. Так что можно сказать вполне. Монетка оригинальная, все в норме. Вот, погрешность ходит нормально.
Вот. Состояние отличное. Пойдет мне в альбом. Вот. Будет лежать до лучших времен. Вот. Такая вот у нас монетка юбилейная на обзорчике. В принципе, больше про нее ничего нельзя рассказать. Ну, в принципе, больше нечего. Много информации и так в интернете, можно посмотреть. Заказал монетку на сайте Виолити. Можете заходить. Гарантированные там защита от всяких несовестных покупателей или продавцов. Вот. Есть очень много про людей отзывы, кто хорошо, кто плохо торгует, можно смотреть. Вот, так что рекомендую сайт Виолити. Всем спасибо за внимание, до новых встреч на нашем сайте. Будет еще много монеточек, как украинских, так и СССРовских, иностранных. Кто не подписался, подписывайтесь. Кто не поставил лайки, ставьте, пожалуйста. До новых встреч на нашем канале. Всем пока.